По дороге в Кунгурскую ледяную пещеру мы не смогли не заскочить в сувенирную лавку. Отмечу, что цены здесь гораздо ниже, чем в лавке на территории пещеры. Медведь. И сувениры Урала. И там Кунгурская пещера. Автомойка. Я думаю, что машину мы все-таки помоем. Кого грызли? Сами убили. Это не грызли. Это сами убили. Где? Изделия из селенита. Сувениры Урала. Идем посмотрим. Ой. Девушка, можно поснимать немножечко? Спасибо большое. Ой, сколько всего у вас. Боже мой, какая красота. Вот это то, что девочки любят. Ой. Прям... вещи. Слушайте, мама дорогая, какие красивые здесь вещи. Ой, вообще, боже. Мне бы самому все рассмотреть. Боже, что мы. Шикарная работа, шикарная работа. Ой. Просто играет вся картина. Да. Слушайте. Цены, да, цены, конечно. Котики. Интересно. И черепахи. Авторские работы, слушайте. Лягушки. Ну, правда, очень. Кубиков нету. Ну да. Ага. Интересно, так интересно. Вот он, камень селенит, названный так по имени лунной богини Селены. Он считается женским минералом. Я расскажу о нем дальше. 100 змеевик, 35 тысяч.
Кому надо столик и черепаха. Вот ставить видовые шкатулки разного вида. Огромный выбор сувениров в этом магазине на любой вкус и кошелек. Он постоянно холодный, да? Вот как бы вот. Да. Массаж. Я даже не знаю, не могу сказать, аж. Для очищения. Чувствую. Да, это вечно, как бы холодный, попробуй. Ну, он постоянно холодный. Сразу закрасить поярче, если вам цвет не нравится. А, ну, смотрите. Как бы еще. Еще ярче. Лица. Да. Ну, вообще некоторые, у кого спина, как бы позвоночник, ну, тоже хочет. Можно. Да, вот. Ну, как бы, в принципе, очень хорошая. Как бы, удобная. Да, ага, это вот я все смотрела на них. Вот у меня есть тоже нефрит, получается, зеленый и светлый. Вот селенит сейчас начали делать, но он грубый такой, он идет более для таких. Ага, так, а ну вот это вот попробуй, вот этот тоже интересно. Наверное, вот этот, да, беру вот. Это и вот это. Угу. О-о-о-о! Янтарная. По-моему, это такой план у него есть, 100%. А вот такие. Ну вот есть. И вот такие есть? Мне так кажется, да. Это кто-то собирает, да? Да, у нас сын. Слушай, вот ну, вот такие обычные, необычные. На 16 граней, на 20, сколько там граней, на 50 100, с чем-то граней. Сейчас еще тоже на 100 с чем-то граней. Так, ну, ладно. Редко я слышала. Нет, наш камень уральский. Так. Его добывают недалеко от Кунгура в Красном Селе. Так, а что, это просто, ну, как бы, вот, надо будет потом почитать про него, да? Селенит? Селенит. А есть, как бы, да, ну, два? Да. Вы нам дали еще сувенирчик. Девушка, у меня в Ютубе, в Дзен-канал, я сниму, покажу потом. В Ютубе, в Дзен, да. Серьезно, свой канал, так что я, спасибо огромное. Описание. Да. Селенит. Это волокнистая разновидность гипса. Образуется по трещинам в различных осадочных горных породах. Некоторые разновидности селенита являются подделочными. В любой сувенирной лавке можно купить фигурки из этого минерала. Селенит обладает магическими свойствами. Эзотерики используют минерал при телепатических сеансах. Селенит – священный минерал индусов. Древние легенды гласят, что камнем разрешалось пользоваться только жрецам. При полной луне с помощью селенита проводили специальные обряды, во время которых священнослужители могли приоткрыть завесу будущего. В Индии с помощью селенита избавляли человека от ночных кошмаров, возвращая здоровый спокойный сон. Считают, что камень положительно влияет на следующие системы организма. Репродуктивная.
Помогает лечиться от бесплодия и импотенции. Нервная, снимает стресс, улучшает качество сна. Выделительная, стимулирует быстрое восстановление почек после воспаления. Нормализует работу мочевого пузыря. Пищеварительная, способствует устранению проблем с желудком, ускоряет обмен веществ. Опорно-двигательная, повышает эластичность связок, подвижность суставов, укрепляет кости. Как им лечиться? Достаточно носить при себе в качестве украшения. Но не стоит забывать, что селенит не способен полностью исцелить вас. Камень лишь ускорит выздоровление и нормализует работу органов. Поэтому помните о регулярном посещении врачей и приеме медикаментов. В астрологии селенит считается универсальным камнем. Это значит, что носить его могут абсолютно все знаки зодиака. При этом вреда он никому не принесет. Селенит – красивый и интересный минерал, который станет верным спутником вашей семьи. Он поможет сохранить любовь, поправить здоровье и стать более спокойным. Главное – верить. При этом он совсем недорогой, и позволить его себе может каждый. Для себя на память мы кое-что купили, но и держим свой путь к Кунгурской пещере. Путешествие на Урал у нас насыщено интересными событиями. Буду рада поделиться ими с вами. А про пещеру я расскажу в следующем видео.